17 июня в Ставрополе откроется экспозиция выставки «Соловки. Голгофа и воскресенье. Наследие Соловков в прошлом, настоящем и будущем России», которая является совместным проектом Соловецкого музея-заповедника и Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря. Начиная с 2010 года, выставка успешно демонстрировалась в различных регионах России. В разделах экспозиции в современной и наглядной форме представлена многовековая история Соловецкого монастыря. Посетителей ждет повествование о духовных традициях, хозяйственных технологиях, архитектурном наследии, художественном убранстве и книжности, а также о святых Соловецкой обители, новомучениках и исповедниках Соловецких, известных деятелях российской истории и культуры, которые создали и отстояли духовную твердыню русского севера, и многое-многое другое. В течение всего периода работы выставки будут организованы экскурсии для групп, которые проведут сотрудники Соловецкого государственного музея-заповедника. Экспозиция выставки «Соловки. Голгофа и воскресенье» откроется 17 июня в Ставропольском государственном музее-заповеднике. Город Ставрополь, улица Дзержинского, 135.